Трактор 2 часа ехал со скоростью 10 км в час, затем 30 минут стоял на одном месте, а потом ехал со скоростью 5 метров на секунду. Еще 30 минут. Определите среднюю скорость трактора. Для начала запишем наши условия. Время Т1 равно 2 часам. Время остановки равно 30 минут. 30 минут – это 5 десятых часа. Время движения Т2 равно 30 минут. Переведем в часы. Это 5 десятых часа. Скорость В1 равна 10 км в час. Скорость В2 будет равна 5 метров на секунду. Переведем в километры в час. Это 18 км в час. По заданию нас просят найти среднюю скорость. В-средняя неизвестна. Напишем формулу средней скорости. В-средняя равно общий путь, деленное на t общее. Также напишем формулу скорости. Скорость v равна путь s, деленное на время t. Эти формулы необходимо знать. Воспользуемся формулой средней скорости. V-среднее равно s общее, деленное на t общее. Рассмотрим общий путь. S общее равняется путь S1 плюс S2. Рассмотрим S1. S1 – скорость V1, умноженная на время T1. Путь S2 будет равняться скорость V2 на T2. Тогда с этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что общий путь будет равняться скорость V1 на время T1 плюс скорость V2 на T2. Мы заменили VS общее, S1 на S2 на соответствующее. Теперь рассмотрим T общее. T общее – это общее время, то есть сумма всех времен. T1 плюс время остановки плюс время T2. Теперь соберем все воедино. Подставим ранее написанное выражение для средней скорости. Тогда V среднее будет равняться. Числитель S общее – это V1 T1 плюс V2 T2. Знаменатель – общее время. Это T1 плюс T остановки плюс время T2. Подставим сюда наше значение. Тогда у нас получается посчитав, мы получим, что средняя скорость равна 9,7 км в час. Запишем ответ. V средняя равна 9,7 км в час. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.